В Иванове ремонтируют дороги в частном секторе. На 23-й линии проводят отсыпку щебнем. Дорогу таким же способом латали в 2010 году. По мнению жителей, весьма неудачно. Камни уложили крупные, проехать с коляской или на велосипеде было невозможно. Больше укатывать, как можно больше укатывать, чтобы было ходить жителям удобнее. И с колясочками проехать, на велосипедах проехать, потому что люди вот сейчас вот жаловались, жители говорят, уже тяжело ехать на велосипеде. Допустим, тут все-таки есть кто ездит на велосипеде, тяжело проехать, потому что гравий не укатанный. В этом году для ремонта выбран щебень среднего размера. Протяженность ремонтируемого участка около 800 метров. Фракцию мы выбираем, да, среднюю, 20-40 миллиметров. По технологии мы приезжаем на улицу, делаем планировку, а дальше мы отсыпаем щебнем и укатываем его. Не применяем более большую фракцию из-за того, что она плохо укатывается, и нам надо будет еще применять еще одну фракцию, более мелкую, чтобы покрытие было более ровное. В 2018-м планируют отремонтировать 28 улиц в частном секторе. 18 уже готовы. В прошлом году денег было более 13 миллионов, в этом году 10,8, поэтому в прошлом году было отсыпано 33 улицы, в этом году порядка 28. Все зависит от того, какое протяжение улицы получается. Порядка 1400-1600 квадратных метров, так средняя протяженность ремонта улицы. Ремонт 23-й линии уже в завершающей стадии. Подрядчик со дня на день перейдет на другой объект. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.